Добрый день. Это небольшой видеообзор о устройстве портативном пускозарядном SJS-12. Хочу сказать, что это хорошее устройство, хотя использовал я его буквально недавно, 7 декабря, всего лишь один раз, когда у меня сел аккумулятор на автомобиле ГАЗ-3110. А сел он у меня, поскольку машина простояла около часа на аварийке. Аккумулятор уже старенький, 2015 года, и уже плоховато держит заряд. Но пока менять его не хочу. Хочу еще немножко поэкспериментировать с этим зарядным устройством, пускозарядным. Так вот, что произошло. Когда я подошел к своей машине, попытался завести, естественно, ничего не произошло. Машина нехотя так поурчала и не завелась. Но, к счастью, за день до этого я уже приобрел данное устройство. Волшебное, чудесное, замечательное. И я его тут же подключил к клеммам аккумулятора. Не отсоединял ничего от аккумулятора. Просто подсоединил эти крокодильчики, которые вы видите на рисунке. Тут же сел в машину, сразу заработал бензонасос, очень уверенно, бодро. Я нажал педаль сцепления, чтобы облегчить пуск двигателя, и с одного раза завел двигатель. И тут же по инструкции пошел, отключил это устройство, потому что его нельзя держать при работающем двигателе, подключенном. Вот, собственно, и все. Несмотря на то, что это устройство было сделано аж в 2014 году, как я выяснил из инструкции, прилагаемые к прибору, оно довольно хорошо справляется со своей работой. Надеюсь, оно послужит мне еще и еще. В крайнем случае, есть гарантия полгода. В крайнем случае. То есть, это такой оптимистичный отзыв на данный момент. Что будет дальше, пока неизвестно. Но на данный момент я очень доволен этим приобретением и готов его всем порекомендовать. Более подробная инструкция об этом вы можете найти в описаниях, на сайте, там, где они продаются, где-либо еще. Мой отзыв посвящен только моим впечатлениям. Вот, собственно, и все. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, поступайте соответствующим образом. Всех благ!